Немножечко тени мы еще дополнительно зеленого цвета можем добавить в цветочках, так как у нас окружение зелеными оттенками, поэтому зеленый цвет на цветках мы тоже немножечко добавим. Мы можем сделать немножечко прожилочки этих цветочков. Опять же, проводя не по всей поверхности, а только лишь в некоторых участках. Лучше, конечно, это делать более по форме, в изгиб тени. Лишь слегка наметить. Последним этапом, естественно, я более темным цветом. Черный нежелательно использовать, потому что, опять же, как и белого цвета, черного цвета в природе как такового чистого нет. Обязательно будут какие-то примеси определенных близлежащих цветов. Поэтому я делаю, как вы видите, темно-синим, цвет индиго, мои тычиночки. И заодно где-то могу подрисовать некие прожилочки нашего цветочечка. То есть слегка даже выделить форму. Вот такое вот изображение у меня получилось. Первое изображение у нас будет приближенное к реальности. На остальных двух мы будем упрощать это изображение и усложнять в сторону разных стилизаций.